stand up to meet the bride. Woman to be married to this man. Amen. Дорогие гости, дорогие родственники, дорогие друзья, сегодня мы собрались здесь, в присутствии нашего всемогущего Бога, по приглашению жениха и невесты, Сергея и Камила. Собрались, чтобы разделить, собрались, чтобы умножить во 100 крат и более переполняющую их радость бракосочетания. Это великий день. Это великий день праздника провозглашения любви, преданности и верности, которую жених с невестой имеют друг для друга. Священное Писание напоминает нам, что когда в самом начале Бог сотворил мужчину и женщину, Он благословил их и сказал, и сотворил Бог человека по образу своему, мы так читаем, по образу Божию сотворил их, мужчину и женщину, сотворил их и благословил их. Поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Сказано потому, то и согласно вот этому, на основании этого, по такому вот замыслу, другими словами, вследствие вот того, что Бог соделал и сотворил, человек оставит
отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть. Вот за этим Божьим благословением пришли сюда они, Сергей и Камила. Dear guests, friends and relatives, we have gathered here today in the presence of our Almighty God by the invitation of bride and groom to share the joy of their wedding. This celebration is a statement of the love and devotion that they have for each other in their hearts. Jesus Christ's teaching reminds us that at the beginning, the Creator made us male and female in His own image. In the image of God, He created both of them. And God blessed them and said, "For this cause, the man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife, and the two shall become one flesh." And they here today, in the presence of God, asking for these blessings. And for this opening, I would like to invite, come up here to the stage, Pastor Igor, and he will read and pray with us. Церковь и народ Божий, скажем слава Господу. Слава Господу. Мы были все с вами в ожидании этой минуты. И знаете, как Евангелие от Матфея, 25 главе, о том, что там ожидали девы, да? И они были в таком ожидании, и мы с вами были в ожидании этой минуты. И я хотел, чтобы мы призвали сегодня на это место имя Господа Бога нашего. От Иоанна в Евангелии написаны такие слова: «В третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также позван Иисус и ученики Его на брак». Слава Ему! Слава. И я хотел бы, чтобы мы призвали имя Господа Бога нашего вот именно на это место, на это служение, на это бракосочетание, на наших дорогих брата Сергея и Камилу, чтобы Господь Он их благословил от начала. И благословил брата Сергея, который будет сочитывать, и чтобы во всем было Божье устройство и Божье благословение. Помолимся. Благословенный, славный, чудный Господь, стоя перед лицом Твоим, мы благодарны, Господи, что этот день создал Ты. Слава Тебе, хвала и поклонение Божие наш, что Ты, Господь, Ты устрояешь нашу жизнь, устрояешь наши семьи, слава Тебе! И Ты благословил этот день миром, благословил спокойствием и благополучием, слава Тебе, слава! И стоя перед лицом Твоим, Господи, мы просим, благослови это начало бракосочетания, Боже наш! Благослови брата Сергея, его уста, благослови его сердцем, Боже, и пусть Твое помазание, оно будет на нем! Благослови брата Сергея и сестру Камилу, Господи Боже наш, благослови, Господь, и во всем да возвеличится и прославится Твое святое имя, наш Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Congregation, please, you may have seat. Thank you, Pastor Igor. Now, I would like to ask Brother Serge. Brother Serge, will you take Camilla to be your wife? Say, I will, if so. I will. Will you commit yourself to her happiness and self-fulfillment as a person? Say, I will, if so. I will. In accordance with the Word of God, do you promise to love, honor, and trust her in sickness and in health, in adversity and prosperity, and to be true and loyal to her so long as you both shall live? Say, I do, if so. I do. Amen. Dear sister Camilla,
I'm going to ask you the same question for the purpose to declare this intent. Sister Camilla, will you take Brother Serge to be your husband? Say, I will, if so. I will. Will you commit yourself to his happiness and self-fulfillment as a person? Please say yes, if so. Yes. In accordance with the Word of God, do you promise to love him, honor and trust in sickness and in health, in adversity and prosperity, and to be true and loyal to him so long as you both shall live? Please say, I do, if so. I do. Amen. Now, I'm going to ask your parents the very similar question. In the front of the entire congregation, I'm going to ask you, dear families of Serge and Camilla, would you give them your blessings and promise to uphold and care for them in their marriage relationship? Please say you will, if so. Amen. Thank you. The ceremony of the marriage in which you come to be united is the first and oldest in the world. Celebrated in the beginning in the presence of God Himself. Marriage is a gift. The gift from God, given to comfort the sorrow of life and also to magnify the joy it brings. Bride and groom, because God places such a high value upon a marriage, it must not be taken lightly or without thought, but with careful consideration, knowing that God is the ordainer of your marriage. Церемония бракосочетания, в которой вы объединяетесь в единое целое сегодня, является самой древней во всем мире, дошедшей до наших дней. И как вначале отмечалось, присутствием самого Бога. Сергей и Камила, поскольку Бог вложил в значение бракосочетания огромную ценность и важность, к этому нельзя относиться легкомысленно или привыкать к этому. Помните, что сам Бог осуществляет ваше бракосочетание. And I'm going to say a few words as a charge to both of you. Есть один очень важный принцип для вашего благословения, для сошествия благодати Божьей на ваш дом и для совершенной радости. Этот принцип записан в послании к Колоссянам. Облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенство. Я скажу только три момента, очень коротко. Слово Божие говорит, облекитесь в любовь, то есть другими словами, облачитесь, оденьтесь, покройте себя поверх всех ваших прекрасных качеств. Я уверен, Сергей имеет много прекрасных качеств. Камила имеет огромное число прекрасных качеств. Но Писание говорит, Дух Божий говорит, поверх всего вашего, что вы уже имеете, поверх всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Пусть любовь будет вашим украшением. Второе. Да поможет вам Бог, чтобы любовь ваша друг к другу стала вашим семейным знаменем. Как и написано в книге «Песни песней», «Он вел меня в дом пира,
И знамя его надо мною – любовь. Живите под этим авторитетным знаменем любви. И третье. Любите, чтобы жить. Тот, кто любит, тот живет. Ведь умеющий любить становится в каком-то мере творцом, который творит все новое в себе, вокруг себя и к тем, кого он любит. Итак, будьте исполнителями этого слова, а не слушателями только. Говорите друг другу подобные слова «навеки мой», «навек моя», «навек твоя», «навек я твой», «навеки вместе». And you should love each other. This is the most important thing that you should be doing, to love each other. Love is like cloth that go over all your other clothes. Love holds everything and everybody together. Love makes everything completely as it should be. Love each other. Дорогие мои, Иисус Христос предлагает нам учиться от Него любви и верности и преданности. And at this time, at this moment, they're going to exchange the vows of their faith. And they're going to say it in English. So if you want, someone would like to take notes of it, please do it. But they're going to say it now. You have come to become a husband and wife. Therefore, will you join your hands together now and repeat those vows after me? Please search. Will you repeat this after me? In the presence of God. In the presence of God. And before those witnesses. And before those witnesses. I, Sergei Revutsky. I, Sergei Revutsky. Take you, Camilla Nicholas. Take you, Camilla Nicholas. To be my beloved wife. To be my beloved wife. To have and to hold from this day forward. To have and to hold from this day forward. For better, for worse. For better and worse. For richer, for poorer. For richer and poorer. In sickness and in health. In sickness and health. In joy and in sorrow. And in joy and in sorrow. To love and to cherish. And to love and to cherish. And to be faithful to you alone. And to be faithful to you alone. As long as we both shall live. And as long as we both shall live. As God my witness. As God is my witness. I give you my promise. I give you my promise. Amen. Amen. Please, Camilla, repeat after me. In the presence of God. In the presence of God. And before those witnesses. And before those witnesses. I, Camilla Nicholas. I, Camilla Nicholas. Take you, Sergei Revutsky. Take you, Sergei Revutsky. To be my beloved husband. To be my beloved husband. To have and to hold from this day forward. To have and to hold from this day forward. For better, for worse. For better, for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health. In joy and in sorrow. In joy and in sorrow. To love and to cherish. To love and to cherish. And to be faithful to you alone. And to be faithful to you alone. As long as we both shall live. As long as we both shall live. As God is my witness. As God is my witness. I give you my promise. I give you my promise. And the church should say, Amen.
имея вот такую любовь друг к другу, вы сейчас можете подтвердить это путем взаимного обмена колец. И хотя эти кольца, которые Рингбой сейчас держит у себя на своих руках, так бережно и с таким интересом, вы знаете, эти кольца, они имеют большой смысл. Они изготовлены из дорогостоящего, драгоценного металла, что напоминает всем нам, дорогие мои, всем нам, что любовь дорого стоит. Она драгоценна в глазах людей и в глазах Бога. И обладающий этой любовью, этот человек безгранично богатый. Много людей думают, что брак – это просто решение, или возрастной ценз, или исполнение долголетних мечтаний. Отчасти может быть. Но нельзя забывать, что брак – это и взаимные обязательства. Поэтому пусть эти два кольца, которые Рингбой сейчас держит пока еще, будут напоминать вам о сегодня данных вами обещаниях перед церковью, перед друг другом и перед Всевышним. Да поможет вам в этом Бог. Also, those rings are small in size. They are very large in significance. Made of precious metal, they remind us that love is neither cheap nor common. Indeed, love may cost us and cost you dearly. The rings are made in circle. Their design tells us that love must never come to the end. We must keep it continuous. Many people think that marriage is just a decision. But it is more than that. It is commitment. And as you wear those rings, they should be constant reminders of those promises that you are making today in front of the congregation and in front of the Almighty God. May I have those rings, please? Hold it, Elijah. Serge, will you take a ring and place on a bride's finger and repeat after me the promise that you're going to make? With this ring, repeat after me. With this ring. With this ring. I seal my promise. I seal my promise. To be your faithful and loving husband. To be your faithful and loving husband. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Dear Camilla, would you repeat after me? With this ring. With this ring. I seal my promise. I seal my promise. To be your faithful and loving wife. To be your faithful and loving wife. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. You probably put it in the wrong hand. No, it's fine. It's time to pray, to ask God Father to
to bless this beautiful couple, bride and wise groom and bride. And we were going to have an order of first prayer going to say bride's parents. And after they pray, we're going to ask groom's parents to pray, father and mothers. Then after, bride and groom, you're going to pray. And for the final, for the conclusion of the prayer time, I would like to ask two pastors, Pastor Yakov, Yasha, and also Pastor Igor, to come up here to the stage, and we're going to say a prayer above you, upon you. Let's pray. Stand up, please. Please, Father, bride's father, going to pray first. Y todas las cosas que ha sucedido la unión que han tenido esa familia y que todo que Dios siempre lo bendiga y todo o sea bendiciones para usted en el tiempo que va a ser de pareja. Amén. Наш Небесний Отець, дякую тобі за наші всі благословення, що ти дарував і даруєш нам в житті. Дякую за наших діточок. І прийшов цей день, що вони покидають наш дім. Боже, благослови їхню нову дорогу в тому житті і тримай за руку. Боже, благослови на нову дорогу в тому житті і тримай за руку, щоб вони йшли тільки по твоїх дорогах і прославляли ім'я твоє, во ім'я Отця і Сина Святого. Амінь. Амінь. Великий Господь, Царь Небесный, Господи, мы пришли, Господи, на это место, в Твой дом, Господи, проси Твое благословение, Господи, на моего сына и на дочку, Господи, Иисус. Мы благодарим за них, Господи, что они, Господи, идут Твоими путями, Господи, пришли к Тебе, Господи, слава Тебе за это, слава, Господи, и благослови их, Господи, Иисус, благослови их путя, Господи, чтобы они всегда шли, Господи, Твоим путем, Господи, всегда были, Господи, в Твоем доме и прославляли Тебя, Господи. И благослови, Господи, детками, Господи Иисус. Я очень прошу, благослови их этим, Господи Иисус. Дай им мудрости, Господи, терпения, любви, понимания, Иисус. Благослови, я очень прошу Тебя. И я Тебя за все благодарю, Господи, за эту погоду, которую Ты дал, Господи. За наших гостей, которые пришли, Господи Иисус. Раздели с нами эту радость, Господи. Слава Тебе за это, слава, Господи. И благослови каждого, Господи Иисус. Я очень прошу Тебя. И я еще раз Тебя прошу, благослови эту молодую пару, Господи Иисус. Дай им, Господи, любви, понимания, Господи, чтобы они всегда были, Господи, вдвоем, Господи, и всегда были в Твоем доме и славили Тебя, Господи. А я, как Отец, Господи, благословляю их, Господи, им благословением. Пускай их благословит Бог, Господи Иисус, наш Небесный, Господи, всегда был с ними. Слава Тебе за это во веки веков, только Тебе слава, честь и поклонение, наш великий Господь. Аминь. Аминь. Мой дорогой Господь, Отец Небесный, я благодарю сердечно Тебя, всего моего сердца, Иисус, за то, что Ты благословил до этого часа место наш дом, нашу семью. Я благодарю Тебя за сыночка моего, которого я вижу, Господь, спасенным в Доме Божьем, который имеет, Господи, христианскую свадьбу. И он, Господи, полюбил Тебя, отдал сердце Тебе. Я так благодарна Тебе за это.
Иисус, я благословляю Твоим отцовским благословением Сергея и Камилу. Господь, излей свои помазания сегодня на Сережкину голову, чтобы он был будущность Господи, как глава семьи, священник дома, чтобы он всегда имел мудрость от Тебя, чтобы он всегда, Господи, имел помазание от Тебя, чтобы он возвел семью свою, чтобы он вел Камилу дальше, Господи, всегда правильно, потому что он глава семьи, он будет отвечать за Камилу. Я прошу Тебя, Господи, дай Сергею мудрости во всем поступать разумно в его доме. А Камиле дай мудрое сердце, быть мудрой женой, которая будет устроять дом свой. Я прошу, благослови их финансово, физически, духовно, всеми благословениями, которыми они нуждаются, Господь. Благослови их в дом, куда они будут переходить, где они будут ездить, Господи, везде и всегда будь с ними. Одари их детками, Господи, подари им этот дар с неба, который благословенит Тебя. Я прошу Тебя, Господи, моя молитва, я не могу выразить все Тебе, Отец, благодарность за то, что в моем сердце сейчас. Но я благодарю, Господь, Тебя за мой дом, за семью, за моего сыночка и за всех моих деток, за все слава, слава, слава Тебе, за все милости Твои, Отец, слава, благодарность, хвала Тебе, Бог, Отец, Святой Святой. Аминь. Father, guys, I stand here before you, Jesus. Thank you for this day, Father, Lord God. Father, Lord God, thank you, God, for putting this together, Father, Lord. When I pray for God, You helped. You provided. God, you led it. You put it together, Jesus, because that's what you do, Father, Lord God. You answer prayers, Jesus. I thank you, Father, Lord God, for this beautiful day that you gave us, God, for bringing me and Camille to this time, Jesus, what we've been waiting for, Father, Lord God. I thank you, Jesus. I thank you, Father, Lord God, for, God, our parents, Father, Lord God. I thank you, Jesus, that, God, my parents, God, how they raised me, God, for always providing for me, Jesus, for always loving me, always praying for me, Jesus, and always, God, taught me, God, to serve you, God, in their prayers, work, Jesus, because I'm your son, Father, Lord God. And I actually got to bless my parents, give them, God, strength, health, Father, Lord God, for as long as you give them, Father, Lord God. And God, I thank you, God, for Camille's parents, Jesus, God. I thank you, God, the daughter that they raised, God, that loves me, God, the way that she is, Father, Lord God. I thank you, God, for giving them strength to raise her the right way, Jesus. God, I thank you, God, bless them with strength and health, Father, Lord God. God, as I pray right now, Father, Lord, for me and Camille, Jesus, God, I pray for your blessings to be in our life, Jesus, God. I pray, Father, Lord God, that you will guide us, Jesus, lead us in this marriage, Jesus, that we'll do what you want us to do on this earth, God, not what we want to, but you, Father, Lord God. And I pray, God, that we'll do your glory, Father, Lord God, your word, Jesus, that what, God, what you want us to do, Jesus, bless us, Father, Lord God. Bless your beautiful children, Jesus, God. Bless us, God, so God, we always love each other, God. Always trust each other. Be loyal to each other, Father, Lord Jesus. God, help us and lead us, Jesus, God. I thank you for everything you do, Jesus. You're so great, Father, Lord God. Only if people can see how great you are, God. And Jesus, God, I just want to, God, pray for the future, Jesus, just to be blessed, God, for you to lead us, God. Bless Camille as a mother, so she does what she has to do for as a mother, Father, Lord God. I pray, God, as me as a husband and a father, God, Jesus, in the future, that you will lead me, God, that your the Holy Spirit will lead me, Jesus, God, that your Spirit will lead me, God. I thank you, Jesus, and I pray for that, Father, Lord God. I pray, Father, Lord God, and thank you for all these guests that you brought here, Jesus, to, God, celebrate this beautiful day with us, Jesus. I thank you. I ask you, God, to bless them, Jesus. Bless their families, their children, God. Give them peace, love, and joy, God. That's because you're the only one that could give that, Father, Lord Jesus, God. Bless them, God. Bless the remainder of this day when we go, God, to the
And venue, Jesus, bless the food. God, bless the people that prepared everything here, Jesus, and at the venue, Father, Lord God, for giving them strength to do and make this wedding so beautiful, Father, Lord God. I thank you, Jesus. I just ask for just you to lead me, God. I love you, God, and bless this day with peace, love, and joy. Amen. Amen. Dear God, I want to thank you for bringing the man you knew I needed in my life, the man who I love and who I'm going to grow old with and raise children with, and who treats me like how you love us, Jesus, unconditionally, and because you have so much love for us, Lord. I want to pray for him, Jesus, that he would be blessed, Lord, that he would be a great husband, that the Holy Spirit would lead him, that he'd be a great father in the future, that the Holy Spirit would lead him and you would guide us, Lord, and to do your will and to do your work and to do it all for your glory, Lord Father God. I want to thank you for making this day come true as you said it would, Lord. Your word is faithful, Lord, as you told us this day would be blessed. And here it is, Lord Father God, we are here in your presence, Jesus Christ. Bless, Lord, and just filled with joy, Lord. And we have all our family and friends here who are here to bless us and give us thanks and just here to see, Lord, your work, Lord, because this wedding here, Lord, this is your glory. This is your work. This is only by you, Lord, and by your faithfulness, because your word is true, Jesus Christ. And by your blood, Lord, Father God, by you, Jesus Christ, we are here, Lord. I want to thank you for my parents, Lord, for that they brought me into this world, Lord, and, you know, they love me, Jesus Christ, and I pray that you would bless them, Jesus, and give them all the strength that they need, Lord, Father God. Thank you for giving me these two parents who love me, Lord Father God, and did all that they could for me, Jesus Christ, Lord. Only you, Lord. It's only because of you we have all come this far. I want to bless them for the remainder of their lives, Jesus Christ. And I want to thank you for Serge's parents, Lord. They have been like parents to me as well, Lord. I want to bless them, Jesus Christ, that they would have a blessing time today, tomorrow, forever, Lord. I thank you so much for bringing them into my life, Lord, that they raised such an amazing man, Lord, like Serge. And I'm so grateful for what you did and how you used them, Lord, Father God, and put them into my life, Jesus Christ. I want to thank you for this entire day, Jesus. I love you so much, and I pray that we would do your glory and do your will, Lord. It really is all because of you, Lord, and there's no other person to thank but you, Jesus Christ. I thank you, and I want to thank everyone who put their work here, who put their hands into this wedding, Lord, that you work through them, Jesus Christ. The pastors, the guests, the helpers, everyone, Lord. I thank you so much, Lord, and I pray for our future to be blessed, and your hands would be upon our future, and your presence would be here, and our relationship would have you in the center, Jesus Christ. I want to thank you for everything, and I love you. In Jesus' name I pray. Amen. Аминь. Аминь. И сейчас молитву совершат с возложением рук пастор Яков, пастор Игорь, пастор Сергей. Пожалуйста, пожалуйста, пастора, пройдите сюда. С возложением рук. Великий Бог, Творец неба, земли и всей вселенной, Бог Авраама, Исаака, Якова. Церковь молится. Родители молятся. Родители благословляют. Я так же, как Господи, служитель, как дедушка, благословляю Сережу, спасаю Камилу, желаю им счастливой жизни на всю их жизнь. Благословляю имя Иисуса Христа. Что они, Господи, любили Тебя, любили Церковь, любили друг друга, и были послушны Тебе и славу Твоему. Я просил во имя Твое, для Твоей славы, вся слава Тебе. Господи, поможи им, то, что когда будут встречаться горе, неудачи, что они всегда обращались к Тебе, что они советовались с Тобой. Я просил во имя Твое, для Твоей славы. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Благослови их на всю их жизнь.
да будет имя Твое благословено, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Благословенный Творец неба и земли, Создатель наш, слава Тебе. Слава. Господи, мы благодарны Тебе за эти две души, Господь, которые Ты отыскал в этом мире. Да. Господи, Ты открылся им, даровал познать и вкусить, как благ Ты и как велик. Слава Тебе, слава Тебе. Благодарим Тебя, Господь, в этот день, Боже наш. Ты соединяешь эти два сердца воедино. Господи, слава Тебе. И мы умоляем Тебя во имя Твое, Господне, Боже наш. Даруй единое сердце, даруй единые мысли, даруй единое чувствование, Господи, им обом, Боже наш. И благослови в этот новый путь, Господь, который называется семья Божия. Благослови Сергея как мужа Божия. Даруй ему мудрость во всем поступать разумно, правильно, Господи, Боже наш. Отец Небесный, Боже, благослови его. Благослови Камилу, Господи, как жену. Благослови, даруй ему, Господи, дух кротости и смирения Божия, чтобы они разумели друг друга и понимали, Боже, во всем. И если, Господи, случатся беды, случатся разные переживания, помоги им пройти, Господи, остаться верными Тебе. Благослови их семью детками, Боже. Господи, да будут они здоровы, Боже, и благословены Твои, Тобою, Господи, Дух Святой. Излей это благословение в их семью. Благослови материально, благослови духовно, Господи, Боже наш, и во всем да будут они верны Тебе, да устрояют семью Твою свою на камне Твоем, на основании Твоем, твердом и непоколебимом. А Тебе за все слава, Тебе хвала, наш Бог, Тебе Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Авва, Отче, сущий на небесах, мы предстали перед Тобою, перед Богом нашим, Богом Авраама, Исаака и Иакова. Мы призываем Твое святое имя, Господи, поклоняемся Тебе в этом важном служении, собрании. Господи, мы призываем Твое имя и благодарим Тебя, что Ты Бог наш. Ты избрал нас, Господи, быть и называться Твоими детьми, быть Твоим народом, искупленным и спасенным. Я благодарю Тебя за честь, проявленную к нам, за милость и благость Твою. И вот в этот час мы желаем, Господи, как церковь Твоя на этой земле, мы желаем, Господи, как собравшиеся на этом месте, во всех наших тихих и громких молитвах, мы желаем призвать Твое благословение, благословение на эту, Господи, капел. Мы благословляем Сергея, благословляем Камилу, Господи, благословляем эту семью, и я прошу Тебя вместе со всеми молитвами, вознесенными к Тебе, Господи, Ты Сам роди эту семью, роди ее, Господи, свыше от Духа Твоего, чтобы эта семья была во Дима Духом Твоим, чтобы Ты, Бог Отец, Бог Дух и Бог Дух, и Бог Дух Святой, Бог Сын, в них пребывал и управлял ими, наполнял их дом благодатью Твоею, чтобы сила Твоя была видна и проявлялась в них, через них и через их потомство. Господи, они сегодня многое сказали друг другу, они еще многое не сказали, но хотели бы сказать. Ты видишь, Господь, их обещания, Ты видишь, Господь, их любовь, их огонь, который они имеют в сердце своем друг к другу. Умоляю Тебя во имя Иисуса Христа, Бога нашего, дай им силы сохранить верность Тебе и верность друг другу, верность в тех словах, которые они сегодня произнесли пред лицом неба и земли и перед всей церковью Твоею. Молим Тебя, Господи, благослови их настоящее, благослови их будущее, Господи. Прошу Тебя, Ты Сам управляй, и наследие, которое даруешь им, чтобы оно было для радости и на радость им, для счастья их и для славы Твоего имени. Молим Тебя в этот день, молим Тебя, Бога нашего, молим Тебя во имя Господа нашего, Иисуса Христа, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Вставайте. Держите руки друг друга. Спасибо, братья. Спасибо. Благословение вам.
Да. Would you? By the authority vested in me, as the minister of the gospel of Christ, and in accordance with the law of God, I now pronounce you husband and wife. One in a name, one in aim, and one in a happy destiny. What God has joined together, let man not separate. На основании веренного мне права, как служитель Церкви Христа, провозглашаю вас мужем и женою, с единым именем, с единой целью, с одной счастливой судьбой. И то, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. You may kiss. As a groom and bride, Serge and Camilla begin their lives together and will establish their own home. They wish are the offer of tokens of appreciation and recognition to the home from which they came. They will bring those tokens to each family, please. Would you give me your hands? More with the group. Oh, yeah. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит Господь лицо свое на вас и даст вам мир. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine
upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you a peace. Friends, family, and dear guests, with a great honor and privilege, I now introduce to you, as the first time, Mr. and Mrs. Rivutsky. You may kiss. While Mr. and Mrs. Rivutsky going to leave the stage and walk the aisle, they are going to wait for each of you to greet you, to say thank you in the hallway. In the meanwhile, I would like to invite groom's or Sergei's father, Sergei, please come up stage here and to make further announcement. And also, after the announcement, he is going to say a prayer. You can leave now. Слава Богу, братья и сестры. Я всех приветствую. Я благодарю вас, что все пришли нас. С нами это торжество провести. Пускай вас Бог всех благословит. И у вас всех есть адреса, куда ехать. В ресторан. Алинус. И жених с ней... Алунас, да, извиняй. Алуна. Жених просил с невестой, чтобы первые столы колоних, чтобы вы не занимали. И сейчас кто-то... Где я? Ну, по-английски, чтобы сказал ему. Брат Сережа, по-английски объявите, по-моему, есть американцы, пускай они туда едут. Куда? В ресторан. Они адреса им. As a continuation of celebration of this wedding day, all the guests, I got to learn that you all have an address of the restaurant, right? So you are invited now to go to that place. Thank you. We'll see you all there. Bye.